В Красноярске на косулю напала стая диких собак. В этом уверены сотрудники столбов, которые и забрали парализованное от ужаса животное с кровотечением с моста Боброва-Волога. После осмотра ветеринар сказала, что на ее первый взгляд животному уже становится лучше. Пока что слабость мешает встать и даже поднять голову. Врач поставила несколько уколов. Это обезболивающие препараты, крововосстанавливающие и кофеин для работы сердца. Однако выживет ли эта косуля, до сих пор точно сказать нельзя. Как и то, действительно ли на нее напали именно собаки, хотя это самая реалистичная версия, рассказывают в нацпарке. Бродячие собаки, которые постоянно доставляют нам такие вот неприятности в виде погибших наших основных охраняемых видов. И вот, как мы видим, сейчас раненых, и такие вот случаи очень часто. Тем интересно погоняться за животным. Это не то, что даже как-то в качестве еды, а в качестве больше такой какой-то игры. Не исключено, что в результате такой же игры в начале марта погиб морал. Его загрызла бродячая стая, которая незадолго до происшествия попала в фотоловушки. И эта свора не единственная. Дикие псы в объектив камер на столбах попадают постоянно, жалуются сотрудники.